Михаил, мы с вами буквально несколько минут назад завершили такой тур по двум значимым объектам Санкт-Петербурга, да, наверное, не только Санкт-Петербурга, вообще всей России, и не побоюсь слова сказать, и вообще всего такого мирового сообщества дзюдо. Это спортивная школа имени Анатолия Рахлина, новая, да, которая буквально недавно построена, и клуб «Турбостроитель», где мы сейчас вот находимся, в год 55-летия клуба «Турбостроитель», или, как вы сказали, 55 плюс 5, да? Вот, но много с вами интересно общались, вы интересные рассказали моменты исторические и о строительстве нового объекта, и о уже, так сказать, исторической школе «Турбостроитель». Но мне бы хотелось еще дополнить наш репортаж о таких вот последних ваших делах. В частности, очень интересна эта поездка в Японию. Та поездка, которая, в принципе, наверное, продолжает хорошую традицию, которая была заложена вашим отцом еще, взаимодействие, международного взаимодействия. Я даже так вот где-то иногда пишу в социальных сетях: «Дзюдо без границ». Да, открывающие возможности людям, несмотря ни на какие там взгляды на жизнь и так далее, ну как-то взаимодействовать для того, чтобы, как говорил Дзигоро Кано, способствовать всеобщему благополучию и процветанию. Ваша поездка в Японию, и расскажите о ней, как это вот возобновилось, потому что я знаю, что был достаточно большой период, когда не было этих поездок. И что там было? Отвечу развернуто на все то, что вы спросили. Надеюсь, хватит нас терпения. Ну, во-первых, вы очень так скромно представили два зала. На самом деле, похвастаюсь еще. Это два центральных зала. Это то место, где мы сейчас находимся, это историческое здание. То место, которое открыто, это новое здание, которое, надеюсь, притянет огромное количество детей и родит большое количество и талантливых спортсменов, и результатов. Вот есть еще три филиала у меня. За эти годы, последние несколько лет, я еще открыл три филиала. Тоже они постоянно действующие, наполненные. Это в Колпино у нас филиал есть, большой, современный. Здесь, недалеко, на улице Полюстрова, на Ильинском проспекте. Да еще и четвертый мы сохранили в Московском районе Петербурга, на Авиационной улице. Так что это огромная вот такая инфраструктура. То есть это как уже, знаете, как в метрополитен. Есть карта метрополитена, а это карта турбостроителя. Я сейчас спровоцирую, как всегда, я же большой провокатор. Я провокатор, но не оппозиционер. Когда последнее руководство Федерации дзюдо России пришло, скажем так, к работе, пообещали 50 залов открыть. Я что-то не вижу этих 50 залов, чтобы Федерация дзюдо России открыла. Но я открыл 4 зала, 5, я открыл 5 залов. Все, на этом спровоцировали и пускай дальше. Теперь они поняли. Да, на самом деле Япония, я впервые оказался в Японии благодаря мечте моего отца. Это был декабрь 1994 года, когда мы непонятно в какую страну превращались, из какой в какую переходили. Переходный период, самое тяжелое, жить во времена перемен. И вот тогда отец смог реализовать мечту всей своей жизни, оказаться в Кадокане, оказаться в Японии. Там был не только Кадокан. Мы были 12 дней, проживали в Японии, ездили по разным регионам, университетам, школам и так далее, и так далее. Нам показали много. Вот. И вот это был декабрь 94 года, отца была... 30 лет назад? Да. Без малого, да. Вот, и у нас было, по-моему, 5 или 6 спортсменов, 3 тренера. Отец тогда пришел в правительство Санкт-Петербурга, где работал его ученик Владимир Владимирович Путин. И он помог, поддержал и сделал это. Помог, во-первых, документально все это оформить и найти финансы, чтобы поехать. Были огромные деньги, безумные деньги. Но это не вопрос был не денег, а мечты. Мечта. Вот и мы оказались там. И оттуда зародилась эта история постоянных визитов, постоянных поездок, обмен опытом и так далее. Первое, что купил отец, находясь в Японии, это камера, видеокамера. И стал снимать. Все. Вот недавно кто-то сказал, что он стал блогером. Не стал он блогером. Но в том понимании, может быть, это блогерство было.
Вот он стал снимать абсолютно все. Каждый захват, каждое перемещение, каждого тренера, каждый зал, каждую школу. И немножко себе комментировал все это. Ну, вот. И он снимал все, потому что он был голодный для информации. Потому что раньше мы не было интернета, не было большого количества видеокамер, записей, кассет и всего. Вот. И потом при приезде сюда он все это монтировал, находились умельцы рядом с ним, которые все это потом тиражировали, продавали, зарабатывали. Но отец ни одной копейки, ни одного рубля на этом не заработал, у него другая задача была. Вот. Ну, и... Он зарабатывал знания. Да, и он их отдавал. Потом он множество семинаров провел в России, привозил выдающихся лучших педагогов, наставников, тренеров сюда японских, в том числе и легендарных. Вот. И не просто привозили, чтобы сделать фотосессию, привозили и вытаскивали из них знания. Были настолько расписан каждый день, каждая тренировка, каждое все, что такое количество знаний. Это сейчас можно нажать кнопку и увидеть с любой точки мира любую тренировку, любого тренера, любую какую-то, а раньше нет. Только книги, только какие-то фотофиксации. И вот отец был первый, кто приводил видеофиксацию. Вот. Сюда семинары, в Петербург, и так далее. Это было постоянно, бесконечно, много. Ездил туда, там снимал, приглашал сюда, здесь выжимали. Брали все и пытались выжить из этого. А это не так просто из японцев вытащить. Очень непросто, да. Даже когда ты думаешь, что дружишь, он сразу даст тебе ровно столько, сколько он должен дать. Ну, получалось снимать, подсматривать в хорошем смысле. Это можно отметить, что это была какая-то, наверное, внутреннее такое качество вашего отца располагать к себе людей. Что они ему доверяли и понимали, что человек пришел именно с желанием. Знаете как, не каждый учитель будет учить ученика, если у него нет желания. То есть ваш отец, получается, хотел быть учеником. А знаете, какое самое главное слово, неожиданное для нашего подкаста, как это по-современному называется, неожиданное общение. Самое главное слово вообще на протяжении всей его жизни. Все знают, что он строгий, он жесткий, он там требовательный, он даже может быть чрезвычайно строгий, жесткий, требовательный. А самое главное слово было любовь. Любовь к делу, любовь к профессии, любовь к дзюдо, любовь к тем людям, которые окружали его. Он пытался их сделать сильными, грамотными, умными. Это любовь. Дать людям, сделать их такими, чтобы им комфортно было в жизни, чтобы они устойчивы были к жизни, чтобы они терпеливы были ко многим сложностям, которые... Любовь к дзюдо. Это была любовь к дзюдо. Когда люди видят доброту и любовь, они располагаются. Ее невозможно придумать, ее невозможно обыграть, ее невозможно обмануть. Это такое, что-то такое. И поэтому, несмотря на то, что мы сейчас у нас тематика другая, любовь к дзюдо. Когда люди, влюбленные в дзюдо, объединяются, стираются вещи, связанные с какими-то прагматичными, разумными, расчетливыми ситуациями. Вот такая история была, да. Это... И потом он задружился уже. Я вот этот переход не помню, как это произошло. Он задружился более тесно, более плотно. И стали обмены на уровне клуба Ивара-Нева. Тогда он возглавлял клуб Ивара-Нева. Женская, мужская команда стали ездить в Японию. Японцы сюда приезжают. И потом уже это передалось мне, но уже на базе клуба трубостроителей. И на протяжении многих лет, когда отца не стало, из года в год, каждый год мы ездили, в силу того, что основное общение шло через легендарного Йосихиро Ямасита, который возглавлял фонд тогда и был профессором университета Такай, с университетом Такай. Но когда университет Такай не мог принять по разным причинам, у них тоже бывает, не каждый период они принимают, ездили в университет Цукубу, потом задружились там. У нас девочка, наша воспитанница, которая у отца начинала тренироваться, у меня она большую часть своей спортивной карьеры потренировалась, Катя Муравцева. Она поехала на полгода жить в Японию, она жила в Японии, она стажировалась на университете Такай. Она учила японский язык, потом вернулась на месяц, опять на полгода в Японию поехала. И вот она прожила в Японии целый год, обучаясь, познавая дзюдо у лучших ведущих специалистов. Теперь она уже перехватила это направление. То есть это такая уже плавно перетекающая в нечто большее, чем просто визит. Вот. Действительно, я посмотрел, мы за многие годы там десятки, если не сотни спортсменов, тренеров там отправляли в Японию, которые могли посмотреть и пощупать настоящее японское дзюдо. Мы не говорим, что японское дзюдо – это единственное правильное в мире.
зная его, невозможно самому дальше развиваться. Ну, это родовое гнездо, да. Так назовем. Был перерыв, связанный с пандемией прежде всего. Вот, закрытые границы были. И вот этим летом, в июле месяце, мы снова возобновили эту нашу историю взаимоотношений. Этим летом у меня две команды, отдельно мальчики, отдельно девочки, снова поехали на стажировку на учебно-тренировочный сбор в Японию. И это был прорыв для меня. Там даже не столь важна была спортивная составляющая. Самое главное – наладить вот эту спортивную дипломатию, этот обмен, вот, чтобы в дальнейшем уже можно было снова ее вот, до тех объемов, до тех как, качественных объемов, которые были раньше, возобновить. Так что мы, я считаю, сделали большой шаг вперед. Вот мы снова восстановили этот мостик, перекинули, и это очень ценно. Некоторые специалисты в области дзюдо говорят, что ну, чему можно типа, научиться у японцев, не особо чему можно научиться. Вот на ваш взгляд, все-таки, ну понятно, может быть это не совсем корректно, но все-таки... Чему, вот не совсем корректное выражение, чему можно научиться, всегда можно чему-то научиться. Вот для вас, что вы взяли от японцев, чему вы у них научились за те годы, которые вы ездили сами, или вот за те годы, которые вот уже как бы другое поколение ездит от турбостроителя. Что оттуда вот такого, ну может быть какого-то очень важного? Давайте так, тоже немножко издалека начну. Я считаю, что нам есть кем гордиться и в плане наших тренеров, наставников, и в плане наших легендарных спортсменов. Нам есть чем гордиться в плане достижения результатов. Вот. Я считаю, что мы, наша история дзюдо, наша традиция дзюдо, наш уровень дзюдо очень высокий, и мы самодостаточны во многом. Но всегда надо смотреть по сторонам и учиться, и наблюдать за теми, кто делает что-то тоже очень хорошо, тем более, что совершенно справедливо сказано, японцы родоначальники дзюдо. У них много чему можно учиться, и духу, и дисциплине, и системе подготовки, обучения на разных этапах подготовки, ну, немножко масло-масло, да, ну, вот, их отношения, конечно, много чего можно посмотреть и сказать, никогда так делать не надо, и не буду, не буду. Я говорю, не надо, не надо никого учить. Я так не буду, мне это не подойдет, у нас там свой путь и так далее. Или даже надо все равно смотреть на всех, чтобы понимать, как их побеждать. Это надо понять. Просто сказать, да, мы лучше, а не хуже, или там наоборот, да, я все знаю. Так не бывает. Это неправильный подход. Поэтому нет, много чего можно. Само систему, наверное, самое главное, это методики спортивной тренировки. Подходы, методики спортивной тренировки. Некому. Все существует отдельно взятая философия. Я от японцев очень много слышу, что новое поколение хуже, чем предыдущее поколение. Вот мы, они, я смотрю, а мы что по-другому говорим. Японцы точно так же говорят, у нас теряется дух, у нас пропадает вот это, у нас пропадает традиция, история. Но все же, с той скоростью, с которой пропадает у них и, допустим, где-то в другом месте, это все равно традиция и история. Поэтому методика спортивной тренировки, дух. И, наверное, как выстроена система подготовки, как на каждом этапе все четко спланировано, понятно. Михаил, вы еще так, говорите такую фразу периодически в интервью о так называемой спортивной дипломатии. Скажите, вот что вы вкладываете вот в это понятие для вас лично? Что такое спортивная дипломатия? Вообще для чего нужен этот инструмент? Что такое спорт? Спорт – это возможность выпустить пыл в рамках правил. Если мы выпустили свой пыл, негодование или вот желание соперничать, соревноваться в рамках правил, мы это не сделаем в каком-то другом месте, в каком-то другом качестве. Опять же, в рамках правил, если есть общепринятые правила, мы объединяемся и выясняем, кто из нас сильнее, кто из нас лучше, кто из нас. Вот. Вообще от природы мы соревнуемся, от природы мы хотим победить, от природы мы хотим завоевать.
Вот. И если спорт этому способствует, значит, будет меньше проблем, меньше забот, меньше каких-то конфликтных ситуаций в обычном мире. Поэтому я считаю, что важность спорта очень большая. И если мы начнем общаться, дружить и с помощью спорта, скажем так, всю свою агрессию вымещать, нас на другую жизнь не придется тратить. Вот. Но эфир, а слово это мы говорим как бы такая в глобальном смысле, а тоже дипломатия. Мы на татами, за столом, после татами, за чашкой чая можем обсудить некоторые моменты, поговорить, показать всем, что можно договариваться, что можно разговаривать, что можно находить общий язык и соперникам, и конкурентам, наверное, даже врагам. Даже несмотря на то, что вот 5 минут назад мы с вами очень достаточно серьезно боролись, и вы мне чуть было не сломали руку на волейбол, за чашкой чая можно обсудить это, да? Да, рамки правил, есть правила. Есть правила. И знаете, что я еще так скажу, что это же по жизни, и надо, я часто ребятам, девчатам спрашиваю, говорю, они подтверждают, что ты зачастую забудешь легкие схватки, ты зачастую забудешь тех соперников, которых ты побеждал быстро. Но именно тех людей, которые оказали тебе достойный бой, именно тех соперников, конкурентов, которые, может быть, даже тебя победили, ты будешь помнить всю жизнь. А сможешь ли ты стать с ними? И зачастую самая крепкая дружба с ними, именно потому, что он тебе не уступил, он тоже хотел быть чемпионом, он тоже силен духом, он тоже силен желанием победить. И ты уважаешь, чаще уважают, и кого уважают, сильно уважают. Но опять же, спорт, он оформлен в рамки правил, порядков, сводов, кодексов и так далее, чести, дипломатии, всего угодно. Поэтому вот он несет очень большую функцию. Поэтому, наверное, сейчас какое-то есть через спорт влияние на многие сферы, и пытаются его видоизменить, потому что действительно была составляющая, которая объединяла. Дай Бог, чтобы спорт победил этих людей в этом спорте. Международное сотрудничество у турбостроителя, у Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Только с Японией или все-таки вы развиваете или, может быть, продолжаете сотрудничество с другими странами по всему миру? Ну, да, сейчас, конечно, оно немножко более ограниченное стало, но вот мы проводим Кубок Рахлина, примерно 18-20 стран приезжают к нам на турнир. Вот. Люди готовы, многие приезжать клубами, может быть, не сборными, потому что сборными сейчас немножко тяжеловато, а клубами готовы все приезжать. Я боюсь называть какие-то страны, но... Есть сотрудничество хорошее, с Израиля приезжают, там, с Сербии приезжают, с бывших стран, с наших вот, бывших стран СССР очень многие приезжают. Общения много, общения очень много. Люди готовы приезжать из Германии, из Франции, из Италии. Вот. Сложнее немножко все стало это, да. Но на уровне клубном, юношеском, юниорском это происходит. Это происходит. Да, и мы же видели сейчас дзюдо. Наша национальная команда, как ее не называть, все равно по миру ездила. Я ездил со своими ребятами в олимпийском отборе, боролись. И Марина Таймазова, и Аюб Блиев, и Инал Тасоев, Арман Адамян, Глафира Борисова, Ваня Черных. Я сейчас всех начну называть. Кого-то забыл, ребят, не обижайся. Вот. И вот эти вот ребята, я же ездил с ними. Я смотрел, что происходит не только на татами. А очень интересно посмотреть, куда не всех пускают. Разминочная зона, гостиница, все, что происходит вокруг. А вокруг происходит другая история, чем ту, которую нам навязывают и показывают. Она совсем другая. Она открытая, честная, понятная. Возможно, скажем так, не 100%, но 95%. А это было всегда. Поэтому там совсем все по-другому. Там есть... такие качества, как дружба, есть такие качества, как уважение, есть такие вещи, связанные с пониманием происходящего и с желанием, чтобы что-то было или чего-то не было. Поэтому это очень важно. Михаил, вы много общаетесь, много видите, как развивается дзюдо, не только внутри России, а вообще по всему миру. Вот на ваш взгляд, что можно дополнить дзюдо, потому что даже сам Кана Дзигора говорил в своих записях, в своих лекциях, что дзюдо, оно не сейчас, то есть оно не закончилось, его надо продолжать, развивать, улучшать и так далее, дополнять.
Что бы вы вот по своему опыту могли бы вот сегодня сказать, вот, что можно дополнить? Ну, я бы, наверное, бы ушел все-таки к практике дзюдо, не к философии еще дзюдо, да, потому что достаточно, так, все-таки у нас есть дисциплинарная комиссия, этические кодексы, и у нас достаточно в этом направлении дзюдо правильно, в правильном направлении движется. Я бы, наверное, на практике дзюдо бы все-таки, ой, нашим умным, великим, мудрым правителем, мыслителем все-таки порекомендовал бы как-то, уж очень много проблем у нас сейчас с правилами, с пониманием дзюдо, соревновательного практического. Очень-очень такие правила сделали, которые можно читать по-разному. Вот, и этим пользуются специально, не специально, не мне судить, этим пользуются. Вот правила, конечно, вносят раздрай между спортсменами, тренерами, зрителями. Потому что одну и ту же ситуацию можно трактовать по-разному. И вот, наверное, надо все-таки вот эту историю, связанную с правилами, подкорректировать. Я уверен, что тебе об этом люди думают. Я уверен, что все это видят. Я уверен, что все это понимают. Исправляйте, пожалуйста, ситуацию, мудрые люди. Михаил, спасибо большое вам. Я надеюсь, что это дополнение к нашему большому видеоинтервью еще больше, так сказать, откроет понимание о том, как живет клуб «Турбостроитель» после 55 плюс 5 лет, да, так, уже такая, и немножко больше о вас узнают, и откроет как-то еще. Я для себя одно понял, что максимальное у вас вот такое, как, знаете, открытие, максимально, как парашют раскрытый. Я благодарен этой возможности, любой возможности, и это прежде всего возможности. Почему? Есть одна беда, мы говорили, ну, на мой взгляд, проблема, беда. Мы же говорили про беду международного дзюдо, да, а я говорю про российского дзюдо. У нас нет ни одной открытой площадки, где мы можем обсуждать и разговаривать. Спортсмены, тренеры, руководители, функционеры, чиновники, нет площадки для разговора. Я эту вещь озвучивал на одном из самых первых наших встреч, когда представили нам президента федерации сегодняшнего. Я говорю, ребят, должна быть площадка для того, чтобы мы разговаривали. Нет ни одной площадки закрытой. Одни принимают решения, не объясняют вторым. Эти обижаются, что им не говорят, начинают каким-то образом брожировать и так далее, и так далее. Нет площадки. Нужна профессиональная, опять же, не оппозиционная, не какая-то там, но без здоровой критики, без обсуждения, не критики, без обсуждения невозможно принять решение. У нас, получается, все руководители, спортсмены, тренеры, и нету какого-то единого органа, где, опять же, можно высказаться, поговорить, спросить, обсудить. Значит, будем таким образом мы каким-то образом доносить свои мысли и пытаться людей провоцировать на ответы, или хотя бы провоцировать их на то, что надо думать и разговаривать. Мы не разговариваем. Это самая большая проблема во всем. Из-за этого случаются кризисы в семье, из-за этого случаются войны, из-за этого случаются все. Надо разговаривать. Вот, поэтому спасибо за возможность разговаривать. Ну, спасибо вам, Михаил, что уделили время свое. И, конечно, это, наверное, сильно сказано, что, может быть, там планета дзюдо такая площадка, как бы, но в свою очередь я стараюсь как-то это все тоже открыто, чтобы обсуждалось разные, как говорится, темы, вот, для того, чтобы, опять повторюсь слова Дзигура Кана, всеобщее благополучие и процветание, то есть вот этот принцип, в принципе, чему, наверное, дзюдо и учит, дает возможности через вот эти вот упражнения, через диалоги телесные, да, нам становиться лучше. Спасибо. Спасибо, Михаил. Всего доброго.